Канадская медиакомпания, связанная с правительством, в поисках блокчейн-партнера. Как сообщает CoinDesk, Group Media TFO, франкоязычная канадская медиакомпания, объявила о своих планах по разработке прототипа, который будет отслеживать авторские права на аудиовизуальный контент с помощью технологии блокчейн. Финансовую поддержку проекту окажет канадский медиафонд – государственно-частная инициатива, поддерживаемая как федеральным правительством, так и отраслью частного кабельного вещания. Генеральный директор компании Глен О'Фаррелл заявил, что они планируют стать более доступными и открытыми.